again, say it again. И всем привет! Завершился последний день Гран-при в Москве. И сегодня, на удивление, гимнастки порадовали все фан-клубы. Также прошел международный турнир, где выступили гимнастки из разных стран и разыграли один комплект медалей. На пьедестал могла подняться только одна гимнастка от страны, которая набрала наибольшее количество баллов. Так, первое место завоевала Марина Лобанова из России. Второе место — Чисаки Аива, Япония. И бронза досталась Юлии Евчик из Беларуси. На Гран-при было разыграно 6 комплектов медалей. В финале с 5 мячами в групповых упражнениях золото завоевала сборная Японии, серебро – команда Израиля, а бронза – у России. Во втором видео с 2 парами булав и 3 обручами первое место также у Японии, второе у Израиля и третье у России. В индивидуальной программе в финале с обручем первое место завоевала Дина Аверина, второе – Арина Аверина и третье – Каха Минагава из Японии. В финале с мячом золото вновь завоевала Дина Аверина, серебро у Екатерины Селезневой, а бронза у Невианы Владиновой. Финал с булавами завершился победой Александры Солдатовой, серебро у Дины, а бронза у Саломе Пожавы из Грузии. И в последнем финале с лентой золото завоевала Арина Аверина, серебро Дина Аверина, несмотря на то, что она выступала с узлом, а бронза у белорусской Анастасии Салас. Ну а теперь давайте немного насладимся самыми красивыми моментами выступлений гимнасток. На этом все. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось на прошедшем Гран-при. А мы увидимся в следующем видео и помните, что я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока!